исторически сложилось, что Одесса – город, где родилось кино. Наш город несколько веков выступает площадкой для съемок иностранных и отечественных кинофильмов разных жанров. Хочу также отметить, что вся история нашего города и его кинематографического наследия пропитана мощной коллаборацией с Францией и ее великим кинематографом. Я рад приветствовать первый в истории наших стран франко-украинский фестиваль молодого кино «Мост». Надеюсь, что он станет еще одним мостом между нашими странами и между нашими городами-побратимами – Одессой и Марселем. Уверен, совместная с Францией поддержка творчества молодых кинематографистов станет устойчивой традицией, которая превратит Одессу в международный центр продвижения молодых талантов. Как мэр и как человек, искренне любящий кино, уверен, что наш фестиваль ежегодно будет открывать новые имена, знакомит нас с работами талантливых молодых украинских и французских режиссеров и обязательно займет достойное место в мировом фестивальном движении.